сразу, но постепенно этот воспитательный дом рос, увеличивался, разрастался и к концу 19 века стал свою историю начал с конца 18 века, когда в Петербурге был основан воспитательный дом. Тим видит же наш университет свой вопрос. Спасибо большое. Можно мне включить презентацию, если вы можете? Она будет сейчас. Я просто не знаю, как лучше красный, зеленый, там, как вы говорите, но